На выставке под названием «Коллеги» были представлены работы студентов и преподавателей кафедры дизайна Социально-экономического института, которые собрали здесь свои творческие труды. Талант молодых дизайнеров высоко оценили все присутствующие на открытии экспозиции. Глубоко удивлена и даже восхищена, потому что действительно есть очень много талантливых ребят, работы которых я сегодня увидела. Большое спасибо и преподавателям, и руководству института за то, что есть такая кафедра в этом институте, и за то, что есть такие ребята, и дай Бог им успехов. Кристина Ефремова принимает участие сразу в двух ипостасях – как организатор выставки и как дизайнер. Брела на книжку детскую, где детали какие-то вертелись вот таким вот образом, и картинка могла меняться. Я решила попробовать, и получилось вот что-то вроде этого. Здесь можно поменять месяц, число, и стрелочка как раз-таки показывает. Нестандартное дизайнерское решение Кристине удалось реализовать за 2 месяца. Не такой простой труд, как кажется на первый взгляд. Однако подготовить экспозицию к открытию было еще труднее. Вместе мы организовали выставку, создали для нее фирменный стиль, знак, цветовое решение. Все до мелочей было продумано именно нами. Работы молодых дизайнеров оценил народный художник России Виталий Миронов. Пейзажист уверен, что будущее у дизайнерского искусства есть. В молодых ребятах я склонен, вот в силу своего, может быть, характера, склонен всегда видеть большое начало всегда. И я всегда, когда говорю им, я хочу, чтобы они были и Суриковыми, и Репинами, и Васнецовыми, и все, и так далее, и тому подобное. Выставка «Коллеги» стала ежегодной. Работа студентов и их наставников в историко-культурном центре представляется уже в 4-й раз. Экспозиция, по мнению организаторов, богатеет красками и стилями начинающих дизайнеров и художников. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.